История этой компании началась много лет назад, задолго до появления бара «Юность», когда наши герои еще не помышляли о том, что станут городскими знаменитостями. Привет из «Юности». Для открытия нового бара мы отобрали 20 самых медийных людей города и нашли персональный инсайт для каждого, основанный на реальных историях из их юности. Мы начали искать его через друзей и друзей друзей. Также мы создали специальную рубрику «Истории нашей юности» на одном из популярных городских порталов. Приглашали туда наших героев и в контексте интервью задавали наводящие вопросы. Для самых труднодоступных мы заготовили серию специальных видеоинтервью с профессиональным репортером. Я просто себе зарабатывал новые магнитофоны, их покупал. Вот, и потом почему-то они очень быстро устарели. Гаги. У меня были гаги. Знаешь, коньки были. Да, я занимался конькобежным спортом. Батя, я хочу скатать валенки. И осенью приехал в институт. Подарил ей эти валенки, потом мы стали встречаться, и через 7 лет она стала моей женой. И, наконец, 20 персональных инсайтов были найдены. И затем мы подготовили специальные посылки с приглашением на открытие и персональным презентом внутри, и доставили их лично в руки. Во времена юности вы не валяли дурака, а сваляли то, что возможно. Это изменило вашу жизнь. Спасибо. Вау! У меня, кстати, такие были, только черные. Да, помните, да? Да. Каждый из участников был тронут и приятно удивлен. Новость о рекламной кампании моментально распространилась в социальных медиа среди друзей и друзей друзей. А также стала хорошим информационным поводом для СМИ. Ребята, это был последний эфир утреннего шоу «Катапульта», если что. Спасибо вам огромное. Бар «Юность» моментально стал одним из самых популярных и интересных заведений Екатеринбурга с самыми лояльными и преданными посетителями. Привет из «Юности»!